Сегодня, 20 августа, в Чебоксары прилетела пилотажная группа «Стрижи». Об этом летчики сами сообщили горожанам, совершив почетный круг над всеми районами города, поздравляя столицу Чувашии и ее жителей с 550-летним юбилеем. Всего в город прибыло 7 истребителей. После приветственного полета авиационная группа высшего пилотажа совершила посадку в аэропорте Чебоксар. Юбилейный год пилотажная группа приготовила для горожан новую программу выступления, в которой будут участвовать 7 самолетов МиГ-29. 6 из них покажут групповой пилотаж, а фигуры высшего пилотажа продемонстрируют военный летчик России, гвардии полковник Сергей Осяйкин. Программа будет совершенно другая, нежели мы показывали в прошлый раз. Это будет шестерка с различными перестроениями, с полным комплексом фигур высшего пилотажа. Программа пребывания пилотажной группы обширна как никогда. 21 августа летчики посетят Чувашский кадетский корпус имени Героя Советского Союза Александра Кочетова и детский сад «Стрижи». Для школьников 22 и 23 августа будут организованы экскурсии. 23 августа состоится товарищеский хоккейный матч между пилотажной группой «Стрижи» и командой администрации города Чебоксары в Ледовом дворце. Напомним, «Стрижи» поздравляют чебоксарцев с Днем города уже в третий раз. Что у нас здесь очень много друзей, очень много знакомых. Мы уже не первый раз здесь. И нас действительно связывают дружеские вот такие тесные узы. Увидеть выступление, включая боевые развороты, восходящие и нисходящие спирали, бочку, тюльпан, а также петлю Нестерова, горожане смогут в субботу, 24 августа, в полдень на Московской набережной. В юбилей, в день юбилея этого прекрасного города, люди придут, посмотрят, это будет действительно большой праздник. Анна Гаврилова, Степан Гурьянов, «Жизнь столицы».